Вот держу в руках очередную книгу моей дочери. Вышла книга, написанная профессия. Дочка мне подарила экземпляр книги. Вот. Теперь буду читать от корки до корки. Это уже как водится. Мне все интересно. Вот. Так что вот такие вот у меня приятные сегодня новости. Вот. Есть что почитать. Очень рада. Очень рада и за то, что вышел очередной проект моей дочери, очередная книга. И очень рада за то, что эта книга поможет очень многим специалистам, очень многим даже и родителям, я так думаю. Вот. И, ну, конечно, я счастлива как мама. Мне это очень приятно. Мне всегда первый экземпляр своей книги Ирина всегда дарит мне. Поэтому это безмерная радость, безмерное счастье. Вот. И, конечно, гордость за дочь. Вот. Очень рада, что она помогает очень многим специалистам, молодым специалистам. Это что очень важно, что молодым специалистам. И я помню, как она начинала. Вот, когда в стране было очень мало вот такой соответствующей литературы, вот, и как это начать с института, как бы с нуля, как она становилась в профессии, как профессионал, вот, и все это я как бы видела, и тем более сейчас мне приятно, что очередная книга у меня в руках по профессии, и что такие интересные проекты. Очень приятно. Желаю дальнейших успехов, Ирина, тебе от души. И дай Бог, чтобы эта книга была не последняя, и дай Бог, чтобы ты помогала и деткам, и коллегам, и уже состоявшимся в профессии, и молодым специалистам. Я буду просто счастлива. Вот. Успехов дальнейших, творческих успехов, здоровья на все это, потому что это, конечно, очень много сил уносит, времени. Вот. И поэтому всего тебе самого доброго, светлого. Такого же, какая ты у меня. Светлая, добрая, умная, грамотная, замечательная и очень хорошая дочь. Спасибо тебе за этот подарок.